значит, танцуют артисты государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца. Подготовка к новогодним праздникам, как и к отчетному концерту, проходит у артистов коллектива в ритме танца. Оттачивая каждое движение стройным шагом в такт, они создают рисунок танца. Вот уже на протяжении нескольких недель артисты заслуженного государственного ансамбля народной песни и танца готовятся к большому отчетному концерту под строгим руководством народного артиста Абхазии и Карачаева Черкесской Республики Валерия Таня. Репетиции идут с понедельника по пятницу, с утра и до вечера. Все это для того, чтобы творить магию народного танца на сцене для дорогих зрителей. На отчетном концерте ансамблем будет представлена насыщенная программа, в которую войдут такие танцы, как аураща, девичьи лирические, кафа и другие. Лана Тёнба танцует в ансамбле около 8 лет, и это не первый ее отчетный концерт. Однако артистка волнуется, и не только за себя. Волнение присутствует не лично за себя, а в целом за коллектив. Как мы будем смотреться, как нас примет зритель, от зрителя многое зависит. Репетиции, конечно, идут более усиленно, чем обычно. Мы работаем над собой, над программой. Сложности, конечно, есть, но справляемся. Танец с бурками – один из самых красивых, но в то же время из самых сложных, рассказывают танцоры. Его, кстати, зрители смогут увидеть на отчетном концерте госансамбля. Надо бурку правильно кинуть, чтобы она хорошо легла, своей партнерше ее правильно передать. Чисто для меня это самый сложный танец. Адыгская кафа. Артисты коллектива вкладывают в танец сердце и душу. Яркие и зажигательные номера можно будет увидеть 25 декабря в 18:00 в Государственной филармонии имени Рождена Гумба. Гугуца Вардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.